Дорогие друзья, сегодня рано утром за границей в Лондоне произошла трагедия с известным российским киноактером, которого, знаете, любит вся страна, Дмитрием Назаровым. Оказывается, рано утром Дмитрий Назаров в Лондоне попал под колеса автомобиля, когда переходил дорогу недалеко от отеля, где остановился. В последнее время Дмитрий Назаров проживает за границей. На данный момент он находится в больнице. В очень тяжелом состоянии, друзья. Родственники, которые проживают до сих пор на территории России, очень сильно обеспокоены тем, что произошло с российским актером. Ждем подробностей, друзья. На данный момент узнать что-либо очень трудно, так как это другая страна. Будем стараться и будем надеяться на то, что уже в следующем выпуске у нас появятся материалы с подробностями данной трагедии, которые мы сможем предоставить вам для общего обозрения, друзья. До скорых встреч, смотрите наши новости и ни в коем случае не переключайтесь с нашего канала.